Приветствую, на связи Андрей Жариков. В данном видео я покажу, как вы можете пройти регистрацию на сайте DaVinci Pro. Чтобы пройти регистрацию, вы должны получить ссылку от того человека, который дал вам информацию по компании DaVinci. Ссылка выглядит вот так. Когда вы перейдете по ссылке, откроется страница регистрации. Здесь, скорее всего, будет фотография вашего рекомендателя, его электронная почта, и нужно заполнить вот эту форму регистрации. Заполняем форму латинскими буквами. Здесь пишем логин, электронная почта, второй раз электронная почта, первый раз пароль, второй раз пароль. Ставим галочку, что я не робот, и нажимаем синюю кнопку «Регистрация». Появляется вот такое сообщение: «Проверьте свой email для получения дальнейших инструкций». На указанную вами почту должно прийти письмо с темой Email Confirmation for DaVinci. И в этом письме есть ссылка, которую надо кликнуть. Кликаем ссылку. Адрес электронной почты подтвержден. Теперь мы можем зайти в кабинет с нашим логином и паролем. Нажимаем «Вход». Нам предлагается заполнить личные данные и пройти 5 шагов. Заполняем анкету. Здесь заполнять можно латиницей. Имя, фамилия, телефон, ваша страница в социальной сети. После этого нажимаем «Сохранить». Появляется сообщение: «Пожалуйста, загрузите ваше фото». Чтобы загрузить фото, нажимаем на фотографию справа, выбираем на компьютере подходящую фотографию и нажимаем «Сохранить». На следующем шаге предлагается вставить адрес вашего эфир-кошелька. Если у вас нет эфир-кошелька и вы никогда им не пользовались, посмотрите отдельное видео, как создать эфир-кошелек, и после этого возвращайтесь к этому шагу. Итак, предположим, что у вас уже есть эфир-кошелек, вы вставляете сюда его адрес и нажимаете «Сохранить». Переходим к следующему шагу «Оплатите робота». Нажимаем синюю кнопку «Оплатите робота». Здесь нам предлагается 4 годовых лицензии стоимостью 250, 500, 1000 и 2000 долларов. В чем разница между лицензиями, посмотрите в отдельном видео. Предположим, я выбираю лицензию за 250 долларов, нажимаю «Купить». Итак, чтобы приобрести эту лицензию, я должен пополнить баланс на 250 долларов. Если вы выбрали другую лицензию, соответственно, у вас здесь будет прописана другая сумма – 500, 1000 или 2000. В моем случае это 250. И, как видите, здесь сразу мне выставлен счет именно в эфирах по курсу на сегодняшний день. Я нажимаю синюю кнопку «Buy DV». И дальше мне нужно отправить вот на этот адрес вот такую сумму в эфирах. Поскольку курс эфира постоянно меняется, в вашем случае сумма может быть другой. Итак, я копирую указанный адрес. Иду в свой биткоин-кошелек blockchain.com. Этот кошелек поддерживает также эфиры. И нажимаю вот сюда «Отправить». В графе «Кому» вставляю тот кошелек, на который я должен отправить деньги. Копирую сумму, которую я должен отправить. Копирую только цифры. Буквы «Эфир» копировать не надо. В данный момент я не планирую ничего оплачивать, потому что робот уже приобретен. Но просто для демонстрационных целей я показываю. Вставляем нужное количество эфиров вот сюда и нажимаем синюю кнопку «Продолжить». И таким образом совершаем оплату. Если оплата прошла успешно, то вы должны получить доступ в личный кабинет и увидеть в нем вот эти разделы. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!